Итак, следующий курс. Продолжаем писать нашу социальную сеть. И в этом уроке мы с вами напишем страницу личного кабинета первую. Пока самую простую. Главное, чтобы все работало. То есть смысл следующий. Мы вот написали страницу панели управления. Да, это просто, но это не значит, что все будет так просто. По сути, далее мы будем функцию представления постоянно расширять, надо с чего-то начинать. И добавили, чтобы могли заходить только авторизованные пользователи. Давайте мы выйдем, просто введем наш аккаунт, и нас перенаправляет на страницу входа, логина и пароля. Значит, дизайн сейчас чуть позже допишем. В общем, сложным ничего здесь мы не делали, поэтому все делаем просто по шагам, начиная с самого простого, чтобы построить нашу социальную сеть. Ссылки под описание видео, сами курсы находятся на сайте. Это для тех, кто только с этого видео начал. Сами курсы находятся на сайте python-tut.ru. Нажимаете «Смотреть курсы». Слева нажимаем, пишем социальную сеть на Django и смотрим здесь уроки. Они сюда добавляются. Но для новичков, конечно же, сначала нужно пройти spb-tut.ru. Это начальный и средний уровень. Кто не знает Python, выучит его с нуля. А потом уже дальше продолжаем. Все ссылки в описании видео. Спасибо.